Когда еще не понял, каким быть надо, суровым или прикольным, свободным или женатым, хитро выдуманным или простоватым. И когда ты в системе еще не расставил координаты, когда не знаешь, как сказать все, когда пытаешься казаться и можешь кататься зайцем, когда одет то, что тебе не нравится, а ведь сам так хотел бы хоть немного пафоса. Когда мечтаешь о заветной любви ты, и когда влюбляешься во все, что увидел, когда отрекаешься в обиде и в душе крик, когда еще не вник, но вспыхиваешь вмиг, когда зависишь не денег и мерещится день тот, когда будет по-твоему, но сейчас ничего не сделать, когда при резких порывах твое летучее тело надо держать на якоре, чтоб оно не взлетело. Когда сочиняй мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Вы сочиняй мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты. Когда живешь по своим принципам и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска ж до слез, почему не знаю, да есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей мыслью происходящее. Всегда сочиняй мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты, есть миллионы шансов. Сочиняй мечты, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты, что скоро будет все сбываться. За кого болишь? Конечно же, за Валеру. За Валеру. Конечно. Он покорил мое сердце вот с первой нашей встречи. Прям молодец. Прям люблю его. Успех. Воскресенье в 21:00 на СТС.